Здравствуйте, с вами интернет-канал Максимаз, и я вот долго думал и решил, а почему бы не записать вот это как достать соседа, какую-нибудь из пародий. И решил записать как достать соседа «Каникулы олигарха», которая вышла в 2011 году от компании Русабит. Посмотрел там третья, как достать соседа, три, как достать соседа, четыре, они убогие, я не хочу их проходить. Может быть, я буду их снимать, но чисто чтобы покритиковать, наверное, только. А вот, может быть, когда соседа из России с любовью, и вот это вот, я думаю, мы пройдем. Особенно вот это. Вот это мне понравилось. Вот это неплохая пародия. Так надо прохождение сбросить. Для, чтобы было интересно. Так, в общем, такое вот стильное меню в этой игре. Очень интересно, такое удобнее, все как на ладони, как говорится. Там у нас особняк соседа. Это сам сосед. Музыка, ну так себе играет. К сожалению, почему-то у меня не... Потом объясню. Как на дрожжах вырос дом нового деревенского жителя. Ремонт еще не закончен, но новосел уже вкушает радости шикарной жизни, попивая сок на балконе. Дайте соседу понять, что права на жизнь нужно уметь отстоять. Да, надо дать ему право на это. Точнее, дать понять. В общем, не знаю почему, но у меня не хотят работать заставки. Там просто синий экран почему-то и голос... Голос этого диктора там слышен. Есть только, но самих картинок комиксов вот это нет. Давайте посмотрим. Нашей деревне жизнь шла своим чередом. Есть. До тех самых пор, когда в один из дней у нас не поселился новый сосед. Есть, оказывается. За 3 месяца он построил не просто дом, а целый дворец. За 3 месяца всего, да? Да вот только вести себя по-царски он так и не научился. Как ни пытались местные его утихомирить. Все без толку. Негодяй всех подкупил. Ничего себе, доминум отстроил. И вроде и смирились уже все, да не тут-то было. Парнишка молодой, из крайней-то избы. Мириться не стал, а решил поставить новосела на место. Показать, что не все еще в этом мире продается. Особенно спокойная жизнь. Господи. Да. Такие вот здесь у нас, такой вот экран загрузочный. Так, в общем, и вот начинается игра. Здесь есть карта, ну, моя камера, правда, загораживает. Я вот сейчас вам покажу. Здесь по карте можно, короче, определить, где находится главный герой и где сосед. Не, многие на нее жалуются, но ее можно спокойно убрать. В общем... Что у нас здесь? Ремонт еще не закончен, как вы видите, здесь... Кирпичи здесь, спальня будет. Тут спортзал будет, даже окна нифига какие есть. Так, сосед, ну да, попивает сок на балконе и мусорит. Как тебе не стыдно мусорить так? Такая вот музычка на фоне играет. Мне нравится. Здесь 5 пакостей, есть ограничение по времени. Убрать его, к сожалению, нельзя. И, к сожалению, у соседа не показываются, в отличие от некоторых других частей, мысли, что он будет делать дальше и все такое. Поэтому приходится ориентироваться уже самому. Стой, он, оказывается, не сразу пойдет туда.
Так, давайте вот этой пеной заклеим холодильник и спрячемся в эту комнату. Нифига, телек даже нет. В эту комнату сосед никогда не ходит. Имена, к сожалению, имена персонажей никто нам не раскрывает. Но действие игры происходит в России. Так, давайте банан здесь положим. Ни в одной, ни на одном уровне сюда сосед не ходит. Здесь можно прятаться. Так, сосед сейчас на микроволновку пойдет, да? А мы там кое-что сделали. Только я сам не знаю, что. Минуточку. Ой, блин, кошмар какой-то, нафиг. Короче, громкость звуков увеличил немного, правда, уровень заново начать пришлось. Вот так-то получше будет немного. Не очень громко, поэтому прислушивайтесь. Блин, стоп, он опять вернется сейчас. Потому что он сок-то туда улетел, он сейчас за новым поет. Сока-то у него полно. Жаль, что у меня столько нет. Так, надо еще раз микроволновку использовать. Лучше гвоздей клея чинит все. Но даже что-то я сомневаюсь, что он лучше гвоздей клея. Может, лучше клея, но вряд ли лучше гвоздей. Можно спрятаться вот в такой вот шкаф. Сейчас вот закончится этот уровень, я еще громче сделаю немного. Или музыку тише сделаю, не знаю. А, камеру, карту убрать забыл, господи. Когда уровень запускаешь, она, карта будет обязательно светиться. Карта обязательно будет, надо будет ее задвигать, если она вам не нужна. Нифига. Поздравляем, вы выиграли. Давайте сделаем музыку чуть-чуть тише, а звук слегка громче. Наверное, может быть, вы меня слышать не будете. Надеюсь, что до этого не дойдет. Ладно, что у нас здесь? Сосед пытается быть ценителем дорогого вина, в то время как в доме идет ремонт в самом разгаре.
Обилие инструментов и материалов лишь способствует воплощению ваших планов. Имеется в виду наших, наверное. Ценителем дорогого вина. А я тоже ценитель. А, крепкого. Но это на самом деле соленая вода просто. Никакой не алкоголист. Это гораздо вкуснее. Да, у соседа рабочий нанен здесь. Ну, или Джамшут его называть можно. Так, ну, дом более, так сказать, законченный уже здесь. Спальня вон. Скоро будет готова. Так, минутку надо посмотреть. Давайте заново начнем. Мне кажется, что-то есть. А, нет, нет, ну ладно. Ничего. В подвале, нет? Не, не, к сожалению. А может, к счастью даже, что нет. Нам не придется туда идти. Так, ведро с водой. Да блин, карта. Джамшут обозначается на карте желтой стрелочкой. И нам никакой угрозы не несет. Типа нейтральный персонаж. Ему пофигу на нас. Так, он проверяет бетономешалку, идет смотреть, как работает Джамшут. Все в порядке, значит, все, все в порядке. В общем, так, надо в другую комнату идти, вот сюда. Посмотрим, что здесь. Молоток. Потом начнем пакости делать. Вообще игра сделана на том же самом движке, да и вообще на основе «Когда соседа из России с любовью». Здесь тот же самый курсор, движок тот же самый и так далее. Много чего так же выглядит. И звуки те же самые в некоторых местах. Вот сколько пользы может принести эта малютка в хозяйстве, да? Это точно. Блин, наверное, надо было эту синтетику здесь разлить. Ну ладно, я забыл. Черт. Ха-ха-ха, заметил, что у него вино пропало. А как оно сработало-то? Он сел на него, и оно включилось? What the fuck? Блин, я не успел. Надо было синтетику разлить. Ну ладно, сейчас сделаю. Он еще и стреляет. Нифига. Ладно, сейчас в этот раз разольем все. Давай прямо сразу разольем, наверное, не будем время тратить много. Так, забираем вино. А, нет, не-не-не, давайте заново, я не успею ничего. Блин, сорян, что томлю вас вот так, но, блин, я что-то давно в это играл и не помню уже, как надо что-то. Так, ну ладно, мы в любом случае это сделаем. Не будем сильно торопиться. Спешишь людей, не смешишь, как говорится. Вот поспешил первый раз и второй раз тоже. Так, вино не берем, потому что это будет как пакость.
Ну и можно прямо сейчас начать уже. Сейчас уже можно начинать делать пакости. Скользкое машинное масло вроде. У него телевизор всегда, что ли, включен, только у него что-то там, что попало, показывается. Качество говно. Так, шуруповерт сюда. Мнем коробки. Аж на шпагат сел. И как так это вообще может быть, я не понимаю. Она что, прям в определенный момент, именно когда он подошел, плеснула мне. О, поломал стенку. Немножко, судя по всему. Ты какого хрена мою вино, блин, спер, а? Типа, да. Так, сейчас, секунду. Что тут мне тут пишут? Окей. Про новогодний мод обсуждает. Так, что у нас там дальше? Названий уровней никаких нет, есть только описание. Чтение похабных журнальчиков и курение сигар. Вот так-то и выглядит будний день простого деревенского жителя. Напомните соседу о том, что за все в этом мире приходится платить, да. Как ни старался наш герой найти управу на соседа, да вот только фазенду эту все-таки достроили. Я даже камер понаставил. А сосед жил, как и прежде, по своему умению да разумению. Просто жил, как считал он сам. Срет в штанах, наш герой тоже не лыком шит был. Потому и решил не останавливаться, а показать соседу, что просто жить может оказаться совсем даже непросто. Что-то я такой комнаты у него не помню. Характер у соседа, конечно, городской был. И этой тоже. Но сдаваться он не собирался. И закатывал нашему герою взбучку при первой же возможности. Автоматы? Долго ли, коротко ли, да выход остался только один. Выселить соседа из деревни. А как это сделать? Только хату спалить. Да, выход один, и мы его используем, собственно говоря. Так, так, вот здесь трубы. Можно, наверное, краны покрутить, и вода, ну, прям в лицо соседу будет. Так, в подвале, по-моему, что-то есть. Да, есть. Так, динамит и моток лески. Еще есть грабли. Ой, куда камера-то отвернулась? Так, карту убери. Не, она в принципе не мешает, но все же. Хотя на самом-то деле иногда карта помогает немного, потому что иногда реально видно, где сосед. Так, вот это, по сути, отдельная комната. Если сосед за вот это растение зайдет, то он нас не увидит вот здесь. Это довольно хорошо. Давайте прямо... Давайте начнем, пожалуй, делать всякие штуки.
Так, вот здесь грабли кладем. Курить он будет долго, надеюсь. Ну, он обычно долго курит. А, нет, я не успеваю. Так, вот мне кажется, вот ту заставку комикс надо было в четвертый уровень пихать, потому что дом-то еще не до конца не достроен. Ремонт еще все идет. По-моему, больше нету ничего. Во-первых, его любимые журнальчики сюда. Пусть горят в аду. Опа, он там упал. Блин, жалко, я не успел камеру повернуть туда. Ну ладно. Уголовный кодекс, даже герб России есть. Значит, действие точно происходит в России. Вот лучше уголовный кодекс пусть почитает. Сорян, что не успел посмотреть, что не успел вам показать, как сосед падает леской. Так, а надо гвозди на диван положить. Ну и динамит вот этот, это что у нас тут? 200 грамм веселья, нифига. В это курительную фигню. Так, с этим ничего сделать нельзя. А, он чистил от нагара. И чё? А что, он порвал, что ли, его? Ну и в шкаф иди давай. Так, та же самая пока что и в предыдущем уровне была. Пакости тут, в принципе, не повторяются почти. В бета-версии игры, которая не вышла, сосед... на каком-то из уровней сосед подтягивался даже. Еще на каком? Еще на одном из уровней джампшут вот здесь убирал пол, судя по скриншотам. В бета-версии, которая не вышла. Также на первом уровне здесь не, на беседке не было растений. Еще шкаф. У шкафа были более темные двери, еще сверху маленькие такие дверцы были. Для каких-то маленьких вещей. Еще вот это вот. Вот эта вот душевая, что ли, она была прозрачная. Да, ну, действие в деревне. Опа, а, нифига. Как взорвалось-то все, блин. Так, ну все, мы выиграли. Горячий шашлык и дорогое вино. Ах, как же легка и невообразимо чудесна жизнь простого деревенского мужика. Да, он шашлык хомячит тут, судя по всему. Так, мы сразу здесь оказываемся. Ну, блин, нам придется посидеть там, потому что сосед тут жрет. Как некрасиво чавкать. У него шашлык бесконечный, потому что, видите, у него просто появляется еще один кусочек. Вот бы у меня так было. А хотя чё, пусть чавкает, он же один, он же думает, что он один здесь. Но это не так. В общем... ждем, когда он уйдет, и идем делать ловушки. У нас здесь их 6. Сначала мы, пожалуй, зайдем за бензином.
Нет, да не, давайте в подвал сначала. Так, он испытывает кровать, насколько на ней спать удобно. Она кровать с балдахином даже. Так, ну и больше тут ничего вроде нет. У соседа тренажерный зал. Особняк. Вот это вот, кстати, улица, если кто-то не знает. Я просто, когда первый раз играл, не знал. Думал, это первый этаж, но это улица вот здесь. Это улица. Внутренности уже вот здесь. Идут. Надеюсь, карта вот эта вот вам не сильно мешает. Мне она... Мне с ней удобнее, на самом деле, немного. А, вот, еще разводной ключ. Я его что-то не заметил. Нифига машина-то у него, конечно. Машина, судя по всему, из реальной жизни взята. Ну, потому что она реальная. Мне кажется, я такую видел. Реальная жизнь. Блин, она опять хомячить получится, шашлык будет. Ну, ладно. Так, у нас 4 предмета для пакости, видимо, надо еще 2 добыть, потому что пакости это 6. Вот пила, я не помню, пила это сюда или на тренажер. Я помню 2 уровня, где он шашлык хомячит. На одном из них надо гвозди сюда, на другом надо распилить эту фигню. Так, вот здесь по-любому что-то есть. Ну, унитаз есть. Давайте его сразу. Из золота бликует на солнце. Нифига он. А он из чистого золота или это просто краска такая? Неужто сосед настолько богат? Чтобы... О, это Арнольд Рубинштейн. Главный антагонист игры «Как достать соседа из России с любовью». Так, а вот он на кухню ходит, меня интересует немного. По-моему, нет. Лучшего друга соседа написано. Ну, он же не из России. Так, ну давайте бензина сюда. Мы так, унитаз мы испортили, отлично. Пакость с перцем. Надо перец в шашлык ему положить. Это надо в последнюю очередь сделать. Постараться. Так, ну-ка давайте попробуем распилить. Нет, это не подходит. Ну так, тогда клей. Да, клей, 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 клей. Так, ну и все, мы вроде бы сделали почти все. Охо-хо, нифига, какой Дед Мороз получился. А, он идет посмотреть на него сначала. Да. Так, ну перец в шашлык. И распилить надо вот это вот. Жалко, что с кроватью никаких пакостей нет. И у него, по-моему, голова проходит сквозь этот балдахин. Но он пока не замечает вроде, что у него руки приклеились. А, не руки, он жопой приклеился. Я думал, у него руки приклеятся. Ладно. У меня телевизор всегда включен, но он его не смотрит.
Так, попил бензин, и теперь в туалет надо срочно. Охо-хо, ничего себе струя какая. Вы как хотите, но мне с картой играть на самом деле удобнее. Тем более, как минимум из-за того, что у соседа мысли нет. Ну и все. Так, что у нас там дальше идет? Осталось все целых 4 уровня. Не знаю, может пройти их сегодня или не пройти. Нежданный гость хуже татарина. Что же делать, когда гостей много? Этот уровень довольно особенный. Тут пакости одни и те же. Нам сразу же выдается вот такие вот картинки. Прячься скорее сюда, блин. Так, сып. Давайте поставим сюда куклу налогового инспектора. Сюда поставим тещу. Куда бы нам еще кого поставить? Так, он там пиджаки смотрит свои. Так, здесь никого. What the fuck, бежим. Ха-ха-ха, он бумажки даже показал свои. Блин, а чё, сразу непонятно, что ли? Блин, я в ловушке, походу. А может, и не в ловушке, нет. Еще есть шанс выбраться. Это у него теща так выглядит, да? Стоп. Блин, надо было жену тогда поставить. Нет, нельзя. Нельзя, к сожалению. Ну ладно. Блин, надо было ванну кого-то поставить. Ну ладно. Поздно уже. Не, я не успею уже туда зайти, ладно. Сейчас поставим еще несколько кукол. Кукла охранника, кукла киллера. Ха-ха, ничего себе. А как он на самого себя отреагирует? Забавно выглядит, конечно. Ну и куда мне деваться? А, нет, он на кухню потом пойдет. А что, сосед, у тебя охранник теперь есть. Только он неразговорчивый. Кукла из жены, да? А у соседа есть жена? А почему она не живет с соседом? На человека из реальной жизни это, кстати, не похоже.
от страха аж. Ну ладно, пусть в спальню сходит, там его еще на кухне ждет. Наверное, главный герой сам эти куклы сделал, раз они сразу у нас появляются. Говорят, что еда из ресторанов быстрого питания невероятно вредна. Докажите соседу, что правильное питание и отсутствие вредных привычек – это залог долгой и спокойной жизни. Ну, давайте попробуем. Так. Сосед опять здесь. Подождем, пока он уйдет. О, фото с подписью «Жду в спальне». «Жду тебя», по-моему, тут написано. И кто это, блин? Так. Сразу за бензином сначала идем. Нет, сначала в подвал. Там есть... Не-не-не, бензин надо, бензин. Потому что бензин нам нужен в подвале. Так, молоток, гвозди и ключ. Огнеопасный управляемый ракета требует заправки. Ну, давайте заправим ее. Из этого можно сделать большой бум. Да, большой бум-то мы с вами и сделаем. Реально красота будет. А, он опять шашлык хомячий, по-моему, будет. Да. Это, конечно, задерживает. Так, здесь слабительное есть, если я не ошибаюсь. Тут нифига он бургеры жрет. И чё так жизнь у него, конечно. Еда быстрого питания невероятно вредна, но зато очень вкусна. Всякие чипсы. Ну, это не фастфуд, конечно, чипсы, но... Чипсы тоже вредны, но вкусные, я их обожаю. Так, а вот здесь гвозди, по-моему, это как раз-таки сюда. На этом уровне. Во-первых, сразу идем в спальню. И большой-большой сюрприз ставим прямо здесь. Я вас уверяю, на этот вот... Тут вообще красота будет, просто красота, я вообще охреневаю от этой пакости. Жаль, что когда соседа оригинально таких пакостей не было, как вот это. Так, он... Бутылка водки ему очень нравится вот это. Так, водка. Ну, раз ему так нравится эта водка, давайте разобьем бутылку. Далее у нас идет фото с подписью «Жду в спальне». Далее у нас что идет? Здесь... А, даже в холодильнике что-то есть. Вилку мы взяли. Так, давайте масло на пол, оно же скользкое. Ну и вилку в бургеры засунем. Он же их греет в микроволновке, а микроволновка не выносит металл. Так, надо также еще унитаз испортить. Я что-то совсем забыл про это. Ай-яй-яй, какая беда, блин. Так, слабительное. Очень сильное слабительное в пиво.
Так, ну и последнее это вот это вот шезлон, где его. Опа, он увидел фотку и идет в спальню. Хо-хо-хо-хо, вот это да, блин. Вот это взрыв, это же вообще жесть. Жаль, что в оригинале, когда соседа, такого не было. Нифига, дырень какая. Эй, не работает унитаз теперь, ну да. К сожалению, в спальню теперь войти нельзя. Дверь, напишу, что дверь закрыта, и здесь даже курсор не появляется соответствующий. Однако, если, когда сосед будет убегать отсюда, если успеть до взрыва зайти в комнату, то можно в ней остаться и уже выйти из нее можно, нажав на дверь. Но вернуться назад потом уже будет нельзя. Так, ну и осталось два уровня. Что ж, со спальней покончено, теперь пора браться за кухню, потому что там много чего интересного. Да, так и есть. Это единственный уровень, в котором сосед ходит в подвал. И то он пойдет туда только после того, как мы кое-что сделаем. Определенное. Как всегда, сначала мы идем в подвал, а уже потом гараж. Здесь есть капкан, суперклей. Все это нам нужно будет. Пока кран не будем крутить. Это надо будет сделать попозже. Сосед ходит вниз, чтобы попить пиво. С ним мы на этом уровне ничего сделать не можем. Эх, жалко теперь, что через спальню нельзя попасть наверх. В спальню мы не попадем. Надо было, наверное, кран покрутить. Ну, сходил бы в подвал, почему бы нет. Давай, иди, сосед, быстрее. Так, ну, краску можно прямо в мыло. Ну и клей на полотенце. Может гореть довольно долго. Замечательно, замечательно. Так, здесь ничего интересного-то нет пока что. Так, туда, к сожалению, войти нельзя. А чё, красивая маска получилась.
Точно нельзя войти, да? Дверь закрыта. Эх, печально. Так, идем в подвал. И крутим там кран. Ох, вот это взрыв. Да, вот ты за огнетушителем бежишь, а уже никакой нужды-то нет, никакого пожара нет. Курица выскочила из холодильника, нифига. Или это не курица, а вообще... Какое-то золото, походу. Но, скорее всего, это курица. А чё, кроме курицы у него ничего в холодильнике не было, что ли? У него там целый набор сока был. А сейчас всё нету, что ли? Ну и нафига тут уж огнетушитель всё равно не работает. Так, надо уходить в гараж. Потому что сейчас сосед... подвал пойдет. А где он? Он исчез просто, капкан-то. Продолжить набор очков, да. В принципе-то мы и так все сделали. Ладно, остался последний уровень. Ура, наконец-то у соседа появились фонтаны. Итальянский мрамор, финская сантехника... А, кстати, о сантехнике пора провести годовое сервисное обслуживание. Да, сейчас мы это сделаем. Это последний уровень в доме соседа. Так, сосед, видимо, можно нажимать на карту, и мы переместимся камерой туда, где, куда мы нажали. Так, у соседа, да, появилась мраморная статуя. В центре фонтан, и под нее действительно вода не течет. Давайте прямо сразу испортим его. Да, кому же ему памятник? Сколько вот он денег, интересно, тратит на это все дело? Мрамор, финская сантехника. Господи, откуда у него столько денег? Кошмар. Влиятельный миллионер или миллиардер даже, я вам скажу. Так, он опять занимается спортом, можно в багажник спрятаться, кстати. Но штангу поднимает. Интересно, с каким весом? Цепь. Все, больше ничего тут нет? Ну ладно. Пора сразу машиной заняться. Тут парочка пакостей есть с машиной.
Так, цепь на бампер. В этом уровне после одной из пакостей сосед побежит сюда. Ахаха, памятник разрушен. Очень хорошо, что я успел нажать на карту в определенное место. Масштабы разрушения это большие. Вот он сядет в машину и уедет. Если не будет собран, не будет собрано вот все 800 очков, то мы проиграем. Здесь главное не все пакости выполнить, а все очки набрать. Ну, если мы выполним все пакости, конечно, очки все наберутся. Так, еще здесь у нас кое-что есть. Ослабительная зимняя свежесть. Ха, офигеть. Сразу три надо поломать. Если мы хотя бы один из них не сломаем, мы проиграем. Так, ну сосед сюда не ходит. Брать тут нечего. Так, сосед идет на памятник, либо смотреть, либо куда-то еще. Скорее всего, в памятник. Так, клеевый пистолет это на штангу, я помню. Так, сразу уходим, потому что я поставлю диск полицейской облавы и не успею потом. Да хотя нет, успел бы, наверное. Ну ладно уже, че. А, хотя, знаете, правильно я сделал, что не поставил диск. Потому что он бы сработал, и сосед побежал бы сюда. И мы бы тогда проиграли. Так что правильно, что я его туда не поставил. Сейчас. Диск с записью полицейской облавы надо на музыкальный центр поставить. И все, тренажеру хана пришла. И опять она исчезла. Почему они все исчезают? Так, мне кажется, диск с полицейской облавы пока не надо использовать, потому что он на штанге еще не покачался. Ничего себе, какие громкие звуки. Так, ну туалету, ванные, писсуары, хана всему пришла теперь тоже. Спальни хана, ванны хана, кухни хана тоже, все. Но тем не менее он не сдается, даже памятник себе построил. Так, ну давай, штангу поподнимай. Силушки хватило-то поднять приклеенную штангу-то, блин. Так, ладно. Теперь сейчас он уйдет и ставим этот диск с записью полицейской облавы. Мощная звуковая система обладает непревзойденным звучанием. У соседа вот здесь еще лампочка мигает. Если перед тем, как он попадется на пакость, у него будет мигать лампочка чаще, тем больше очков нам за пакость дадут. Так, идем. Прячемся в багажник соседа. Сосед решил, что у него сработала сигнализация и к чертям теперь собирается валить.
Так, он сейчас уедет. Давайте спрячемся в багажник, поедем вместе с ним. И... Да, вот так вот он уехал красиво. Красиво, действительно, полочки упали. Мне это понравилось. Сколько деньгами не тряси, да вот только честного человека не сломить, и наказание подлеца всегда найдет. Вот и сосед еле ноги унес. А дворец-то до сих пор в деревне стоит. Ребятня там очень играть полюбила. Интересно, а как же мы его спалили? Мы же там ничего не жгли. Ну ладно, на этом мы закончим серию. Так довольно долго записывали, бля. В следующей серии мы будем пиротехнический завод проходить. Ладно, на этом все. С вас лайкос, подписывайтесь, с меня эпичный видос. Подписывайтесь на мой второй канал. На группу ВКонтакте. Всем пока.